В Казахстане завершились выборы президента страны. На 65 избирательных участках Экибасту за свой голос имели возможность отдать 98 448 человек. Жители очень активно себя показали. Они даже семьями приходили. Это очень отрадно. Мы вообще, я думаю, что пригласительные, которые мы раздали, послужило тому, что качественно, значит, пригласили наших избирателей, и они приняли активное участие на этих выборах. Тем, кому в этом году исполнилось 18 лет и голосуют впервые, а также тем, кто пришел отдать свой голос сразу после открытия избирательных участков, были подготовлены символические подарки. Никаких на участке 525 никаких инцидентов не было, все было довольно-таки спокойно, была дружелюбная атмосфера. Я думаю, что мы с сегодняшней задачей справились. На всех избирательных участках Экибастуза выборы прошли в штатном режиме. Нарушений зарегистрировано не было. На сегодняшний день уже объявлены результаты выборов, согласно которым действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев набрал более 81% голосов.